Существует традиция перед каждым стартом слушать песню «Надежды». И сегодня ее исполнит артист музыкального театра имени Натальи Сац Андрей Юрковский. Знакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь восходные рассветы, здесь на неизбежном нам самые словатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только новой не здесь издалека многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажется, нелепыми обеды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, что порой от жизни падает. Награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только домик не петь. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе есть знакомая звезда, светит словно памятник на мы начинаем наш полет. We'll be right back.
ведущая концерта, народная артистка России Ангелина. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать всех вас в этом зале. Ведь сегодня собрались на этот праздничный вечер потрясающие люди, интеллектуальная элита, уважаемые профессора, студенты, выпускники Аэрокосмического института МАИ, люди смелые, умные, преданные своему делу. И, конечно, как вами не гордиться? И, безусловно, то, что вы делаете для России, неоценимо. И мы надеемся, что наши потомки поставят вам памятники, каждому из вас. Я поздравляю вас с праздником! Сегодня все поздравления и песни будут звучать только для вас. И первым поздравить вас на эту сцену выйдет ректор Московского авиационного института, академик Российской академии наук Михаил Погосян. Встречаем бурными аплодисментами. Добрый день. Мне приятно присутствовать сегодня вместе с вами здесь, в этом зале, по поводу замечательного юбилея Аэрокосмического факультета. Я хочу сказать, что традиции были заложены Василием Павловичем Мишиным, и сегодня хочу сказать особые слова благодарности всем ветеранам, всем, кто на протяжении долгих лет делал эту очень важную, ответственную и очень эффективную работу по подготовке специалистов для самых разных направлений развития аэрокосмической индустрии. И, безусловно, за 50 лет подготовлена целая плеяда выдающихся конструкторов, руководителей. Московский авиационный институт подготовил 23 космонавта, из них 12 подготовлены на аэрокосмическом факультете. Это все то, чем мы гордимся. Сегодня аэрокосмический факультет – это одно из основных подразделений Московского авиационного института, которое отвечает за одно из важнейших направлений подготовки кадров. Сегодня в шестом институте обучается больше 1700 студентов, больше 100 иностранных студентов, работает больше 200 преподавателей. И, безусловно, перед нами стоит задача подготовить людей, которые будут эффективны, которые будут конкурентны, которые выведут нашу аэрокосмическую индустрию на новый уровень. МАИ сегодня активно развивается, и мне приятно сказать, что в этом году мы впервые вошли в мировые рейтинги ведущих вузов, ведущих инженерных вузов. И это результат нашей совместной работы. И я уверен в том, что мы вместе, объединяя усилия, преподаватели, выпускники, наши коллеги, студенты, добьемся того, что слава Московского авиационного института и те задачи, которые перед нами стоят, будут успешно решены. Я от души поздравляю вас всех с праздником. Всего вам самого лучшего. Спасибо большое. Ну что, действительно, замечательное поздравление, прекрасные слова. Но на этом еще не все. Слово предоставляется кандидату технических наук, доценту, директору Аэрокосмического института МАИ Ольге Тушалиной. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие гости, сотрудники, студенты и выпускники нашего родного аэрокосмического. Всех нас сегодня объединил праздник, юбилей нашего факультета. Позвольте поздравить вас с этим праздником, пожелать мира и здоровья, невероятных сил и гениальных идей для отменной и результативной деятельности. Пусть каждый день для нас будет удачным, пусть аэрокосмические впереди ждут ясные дни и успешные проекты. Уважаемые сотрудники, вы замечательный коллектив, вы настоящие профессионалы своего дела. Я желаю вам минимум усталости, максимум эффективности, море идей и возможностей. Будьте счастливы, любимы и благополучны. С праздником всех! Спасибо. Спасибо, а теперь внимание на экран. Аэрокосмический институт МАИ, ведущий в России Центр по подготовке кадров ракетной и ракетно-космической отраслей, празднует свой полувековой юбилей.
давайте окунемся в историю его создания и развития. 4 октября 1957 года – день начала космической эры человечества. В этот день был запущен первый в мире искусственный спутник Земли – советский космический аппарат «Спутник-1». Уже через 2 года советский аппарат «Луна-3» первым запечатлел обратную сторону Луны, а 12 апреля 1961 года впервые в истории человек совершил полет в космос. Им стал Юрий Гагарин. В это выдающееся достижение вложен труд большого числа инженеров, специалистов, в том числе выпускников МАИ. Среди них сподвижники Сергея Павловича Королева, Василий Павлович Мишин, Михаил Клавдевич Тихонравов, Михаил Васильевич Мельников и многие другие. Желание заглянуть в далекий космос из мечты воплощалось в реальность. Зарождалась новая отрасль – ракетно-космическая. Ее развитие требовало определенных изменений. В связи с этим стал вопрос о создании в МАИ отдельного факультета космической направленности. В 1968 году было принято решение о создании в Московском авиационном институте факультета номер 6 «Летательные аппараты». Именно на 6-й факультет легли задачи по развитию ракетной и ракетно-космической отраслей и подготовке для них высококвалифицированных специалистов. С самого начала работали очень дружно. И до сих пор мы здесь можем совершенно четко сказать, что, наверное, это один из самых дружных факультетов в Московском авиационном институте. 6-й факультет начинает покорять космическое пространство. Валерий Кубасов в октябре 1969 года во время своего первого полета на космическом корабле «Союз-6» впервые в мире провел эксперименты по сварке в условиях космоса. А в июне 1975 года вместе с Алексеем Леоновым совершил первую в истории человечества стыковку с кораблем другого государства – американским «Аполлоном». июня 1970 года состоялась первая в истории шахматная партия между экипажем корабля «Союз-9» и Центром управления полетами. В ней принимал участие Виталий Севастьянов. 15 июня 1978 года Александр Иванченков стал первым космическим исполнителем, взяв с собой на борт корабля «Союз-29» гитару. В это время активно ведется работа студенческих конструкторских бюро. В космос были успешно запущены первые в мире университетские спутники, разработанные СКБ «Искра». На Черном море в районе Алушты успешно были проведены испытания экспериментального подводного аппарата «Шельф», созданного в СКБ «Океан». 80-е прошли под знаменем новых свершений и с новым названием факультета «Космонавтики и автоматических летательных аппаратов». В 1982 году на космическом комплексе «Салют-7» совершил рекордный в то время по длительности 211 суток космический полет выпускник факультета Валентин Лебедев. Во время полета впервые был запущен один космический аппарат с борта другого. Им стал очередной спутник студенческого КБ «Искра». Я майорец, и у меня была мечта выйти в открытый космос и запустить наш спутник прямо с рук, как голубь. И пошел первый спутник с борта орбитальной станции. В это время разворачивается историческая работа – создание многоразового космического корабля «Буран». Мне было поручено возглавить направление создания материалов, технологий, конструкции, теплозащиты орбитального корабля «Буран» для надежного спуска с орбиты этого корабля. Мы занимались подготовкой специалистов для этого направления. Жизнь 6-го факультета была насыщенной, но не только научно-техническими разработками и исследованиями. Событий на самом деле студенческих было очень много, очень интересных. Это и стройотряды замечательные, это и летняя работа на кафедре, это я был лаборантом на нашей кафедре, и спортивные, игра группу на группу, факультет на факультет, поток на поток, игра за сборную Московского авиационного института. То есть на самом деле настолько много интересного. Это, ну, мои это просто одна огромная планета, понимаете, а 6-й факультет один из лучших континентов на этой планете, я бы сказал именно так. Трудные,
90-е факультет продолжал свою работу уже под привычным всем названием «Аэрокосмический». В это время свой первый, а для многих и не последний полет в космос совершили Александр Полищук, Николай Бударин, Юрий Усачев, Леонид Каденюк, Александр Лазуткин, Павел Виноградов. А в 21 веке на Международную космическую станцию отправились Михаил Тюрин, Федор Юрчихин, на данный момент рекордсмен по количеству полетов среди космонавтов-майовцев, и Елена Серова, первая женщина-космонавт постсоветской России. Тем временем в Китае в 2000-х годах были запущены первые китайские пилотируемые корабли «Шэньчжоу-5» и «Шэньчжоу-6». Их главным конструктором был Ван Юньчжи, также выпускник Аэрокосмического института, которого на родине считают китайским королевом. Большой вклад в развитие факультета и науки внесли конструктора-профессора-академики Василий Павлович Мишин, Владимир Константинович Караск, Иван Семенович Голубев, Александр Александрович Лебедев, Анатолий Петрович Абрамов, Евгений Васильевич Тарасов. Сегодня Аэрокосмический институт – это 8 кафедр. Сегодня Аэрокосмический институт – это 1700 студентов и 200 преподавателей. Сегодня Аэрокосмический институт сохранил бренд первого конструкторского студенческого бюро, того самого бюро, которое запустило первый студенческий спутник и который сегодня активно работает и функционирует. Сегодня Аэрокосмический институт – это современные лаборатории, это центр космонавтики имени академика Мишина. И, конечно же, сегодня Аэрокосмический институт – это активная студенческая жизнь, охватывающая науку, спорт, общественную и творческую деятельность. При этом мы стараемся сохранить все лучшие студенческие традиции. И сегодня актив 6-го института по праву считается одним из лидеров студенческого движения «МАИ». В этот праздничный день я хочу поздравить весь коллектив Аэрокосмического института, всех студентов Аэрокосмического института и, конечно, всех выпускников Аэрокосмического факультета и Аэрокосмического института с нашим общим праздником. Перед нами стоят амбициозные задачи. И только совместными усилиями преподавателей, студентов и, конечно же, с помощью вас, наши дорогие выпускники, мы сможем реализовать наши амбициозные планы. Пусть ваши мечты и стремления всегда будут высокими, и звезды указывают вам верный путь к успеху. С праздником вас! В этот день, конечно, традиционное поздравление. Огромных успехов всем кафедрам, всем нам. Что касается и успеха в области подготовки кадров, взаимодействия с нашими ведущими предприятиями, научных успехов, достижений, в общем, всего самого доброго, то, что необходимо для успешной работы и для жизни всех сотрудников и преподавателей нашего коллектива. Хочется пожелать студентам хорошей учебы и тому, чтобы они показывали свои возможности на данном этапе и, конечно, в будущей жизни. Ну, а хочется поздравить также весь коллектив нашего института, пожелать здоровья крепкого, счастья, благополучия, ну и успеха в творческой деятельности наших коллег и студентов, аспирантов. Поздравляю факультет аэрокосмический, теперь институт аэрокосмический, с юбилеем. 50 лет для факультета или для института – это очень мало, но достижения уже значительные. Я хотел бы пожелать, чтобы этих успехов было гораздо больше. Так что в путь, дальний путь и надолго. От коллектива кафедры номер 608, от акционерного общества МКБ «Искра» и от себя лично сердечно поздравляю профессорско-преподавательский состав студентов, аспирантов, выпускников и сотрудников с 50-летием со дня создания факультета аэрокосмический. За эти годы пройден большой и славный путь, накоплен огромный опыт,
формирование личности людей, ответственных за строительство нашего будущего, подготовлены сотни высококвалифицированных специалистов, научных и педагогических кадров, востребованных предприятиями и организациями аэрокосмической промышленности. От всей души желаю преподавателям, студентам и сотрудникам факультета творческих успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейшей благотворной деятельности. Спасибо. Поздравляю всех присутствующих со славным юбилеем аэрокосмического факультета, его 50-летия. Что хотелось бы в этот день пожелать нашему факультету? Ну, в первую очередь, хотелось бы пожелать, чтобы его выпускники всегда чувствовали причастность обучения в стенах аэрокосмического факультета к их профессиональному и карьерному росту. Во-вторых, я желаю факультету, чтобы его студенты относились всегда с интересом и должным трудолюбием к обучению. Ну и, наконец, сотрудникам факультета я пожелал бы, моим коллегам, всем доброго здравия, хорошего настроения, ну и, конечно, в первую очередь, выполнения всех показателей, которые предписаны факультету как подразделению научно-исследовательского университета. Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас со славным юбилеем, 50-летием со дня образования нашего любимого аэрокосмического факультета, аэрокосмического института номер 6. Желаю всем крепкого здоровья, особенно крепкого здоровья выпускникам, первым выпускникам нашего факультета, творческих успехов среднему поколению. Ну и что касается молодых специалистов, а также студентов, желаю творческих успехов также, ну и трудолюбия, упорства, ну и, может быть, еще и в обязательном порядке успехов. Дорогие друзья, именно так мне хочется назвать вас сегодня, в день 50-летия нашего родного факультета. Всех вас, и абитуриентов, и тех, кто учится сегодня, тех, кто выпустился, как и я, и в особенности преподавателей нашего факультета. Огромное вам спасибо, я обращаюсь к преподавателям, за то, что я есть именно такой и достиг вот того, о чем я мечтал с самого детства. От имени всех выпускников, и в особенности выпускников майовцев космонавтов, поздравляю вас с этим событием. Еще раз хочу вам всем сказать большое, огромное спасибо. Извините, что сегодня не с вами. Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Федор Юрчихин. На прямой связи с Землей экипаж Международной космической станции. Дорогие майорцы, сегодня мы отмечаем замечательный день – 50-летие Аэрокосмического института Национального исследовательского университета МАИ. В 1968 году, в период бурного развития аэрокосмической науки и техники, был образован аэрокосмический факультет МАИ. За прошедшие 50 лет факультет вырос до масштабов аэрокосмического института МАИ, ведущего научного и учебного центра нашей страны в аэрокосмической сфере, который внес огромный вклад в укрепление статуса России в качестве ведущей мировой космической державы. Вклад выпускников Аэрокосмического института, генеральных конструкторов и генеральных директоров, ведущих ученых и специалистов во всех областях создания космической техники в успехи и достижения нашей Родины в аэрокосмической области трудно переоценить. 23 майорца стали летчиками, космонавтами и побывали за пределами Земли в космосе. Сердечно поздравляем руководителей МАИ, преподавателей, сотрудников, выпускников и, конечно же, студентов. Успехов вам! И удачи в вашем труде. Поздравляем вас с 50-летием Аэрокосмического института МАИ. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. Ну что ж, космическая станция летит, а мы здесь на Земле принимаем поздравления, восхищаемся
теми людьми, которые столько сил, столько интеллекта вложили в то, чтобы вот все это свершилось. И сейчас вас поздравляет Герой России, начальник научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Павел Власов. Добрый вечер, дорогие друзья. Неожиданно руки оказались занятыми, поэтому по бумаге говорить не получится, так что терпите. Я в первую очередь поздравляю, конечно, ветеранов, тех, кто создавал и открывал этот замечательный факультет, без которого сегодня космическую отрасль практически невозможно себе представить. Я поздравляю первых выпускников и всех выпускников аэрокосмического факультета, без которых сегодня не обходится ни одно предприятие нашей отрасли. Я поздравляю сегодняшних учащихся студентов, которые выбрали самую интересную из профессий – работать в аэрокосмической отрасли. Результаты деятельности аэрокосмического института, они впечатляют. Вот цифры прозвучали уже, да? 23 космонавта. А всего у нас космонавтов, знаете, сколько слетавших? 122. И 23. Можете посчитать процент и подумать, какой еще вуз смог дать такое количество космонавтов в нашей стране? 12 человек закончили аэрокосмический факультет. Это тоже, слава богу, 10% из всех, кто летали. Это при всем при том, что большую часть космонавтов, вы знаете, исторически составляли военные летчики, которые заканчивали Академию Жуковского. Здесь такая аура на этом факультете и в этом институте, которая людей движет к новым высотам. Вот выпускники, тоже несколько цифр, простите, скучно будет, наверное, но попробую воспроизвести. Выпускники, 12 выпускников аэрокосмического факультета выполнили 30 полетов в космос. В общей сложности в этих 30 полетах они были в космосе 10 лет, более 10 лет, чуть более 10 лет. 8 человек из них, 8 человек можно похлопать. 8 человек из них сделали 40 выходов в открытый космос. И в общей сложности можно. И в общей сложности провели в открытом космосе 10 суток, более 10 суток. Недавно состоялся 516-й старт с космодрома, с гагаринского старта космодрома Байконур. 516-й. На этом месте стоит обелиск, текст которого придумал лично Сергей Павлович Королев, на котором начертано: на этом месте гением советского человека начался дерзновенный штурм космоса. Вот я каждый раз, будучи на старте пилотируемого или грузового корабля, подхожу к этому обелиску и всегда испытываю трепет при словах «гением советского человека» и «дерзновенный штурм космоса». Когда я оглядываюсь в нашу историю, многое кажется невероятным. Представляете, Байконур, первый стартовый комплекс гагаринский, с момента того, как забили первый колышек и до старта первой ракеты, прошло два года. Это в те времена, когда мы не знали цифровых технологий и много всего, что сегодня нам существенно облегчает жизнь. Я просто хочу еще раз сказать, гением человека. Сегодня это русский человек, гражданин России. И перед выпускниками аэрокосмического факультета открыты невероятно широкие возможности и просторы. Я не знаю кого-то, кто по доброй воле излечился от такой неизлечимой, ну, самой безопасной из неизлечимых болезней, это любовью к космонавтике и к космосу. Кто прикоснулся к этому, помнит и идет с этим по жизни всегда и везде. Чем бы ни занимались люди, а выпускники и мои, и аэрокосмического факультета трудятся в неожиданно разных областях и достигают невероятных высот. Я думаю, что все и космонавты, и инженеры, и конструкторы, и управленцы, трудящиеся в других отраслях, с благоговением и нежностью вспоминают факультет, который
дал ему такую широкую дорогу в жизнь. Сегодня в отряде космонавтов у нас 33 человека. 12 из них побывали в космосе, и ребятки, остальные ребята готовятся к полету в космос. Сегодня путь в космос человека стал проще, вообще-то говоря. Мы проводим открытые наборы в отряд космонавтов, и в этом году состоялся набор в количестве 8 человек. Там тоже есть ваши выпускники. В следующем году, наверное, мы будем проводить в меньшей степени, но тоже будем проводить набор в отряд. Поэтому я обращаюсь к выпускникам. Дорогие друзья, космонавты – это замечательные выпускники замечательного вуза. Но это очень мотивированные на достижение своей самой главной цели – люди. И сделать это очень просто. Нужно вести здоровый образ жизни. Нужно значительную часть своего времени посвящать учебе, мечтать и двигаться к этой мечте. Все начинается с мечты. Я желаю выпускникам, вернее, студентам сегодняшним и выпускникам моим, я желаю движения в сторону своей мечты и добиться этой цели. Ветеранам я желаю доброго здоровья, благополучия и всегда гордиться тем, что сегодня и завтра все происходит не хуже, чем это было в прошлом. Я желаю успехов и процветания аэрокосмическому факультету, руководству МАИ и руководству аэрокосмического факультета. С праздником, дорогие товарищи! И позвольте мне вручить сувениры. Это традиционный почетный адрес, в котором перечислены все те самые заслуги, о которых мы говорили сегодня. Вообще-то правильнее было бы, основной продукцией Центра подготовки космонавтов являются космонавты, но статуэтка космонавтов в таком же масштабе, сами понимаете, выглядела бы очень непрезентабельно. Поэтому это союз ТМА в масштабе 1 к 100 на память об этом событии. И вот такой памятный знак факультету от Центра подготовки космонавтов. С праздником, дорогие товарищи! Приятно получать такие поздравления, особенно заслуженные поздравления, которые останутся в памяти надолго.